Ох, друзья, репетиция прошла. Как это непросто. Это просто обалдеть. Очень непросто. Два коллектива. Ну, танцоры шикарно. Танцоры свое дело делают. Режиссер похвалил. Меня тоже похвалил. А вот дети. Там, конечно, два коллектива разнобой, плюс взрослые. Но вроде бы скомпоновались все в целом. У меня еще там сумки остались с платьями. Сейчас иду забрать. Вот. Вот он сам дворец. Мамы должны тоже приехать вечером сюда на концерт на сам. То есть увидит сына на сцене Кремля. Господи, дай Бог, чтобы все сложилось. Но репетиция прошла, в принципе, нормально. Сейчас еще дети и взрослые тоже репетируют уже в фойе. А эти идут, еще какая-то команда. О, привет, а это Ларисы, дочь Эва. Эв, куда ты? Ты мне палочку должна была принести? Да, принесла. А покажи, есть она? Нет. Ну-ка. Волшебником-то я должен махать ею. А, она вот такая. Ага. Так, ну хорошо, ладно. Тогда забираю, да, чтобы потом тебя не искать. Ага. Они выехали, мама? Не знаю. Не знаешь? Не звонила еще? Юра там, я его видел, да. Мы уже отрепетировали. Ага, давай. Так, это Эва, дочь Ларисы Гордьер, подруги моей. Палочку принесла. Ну, мне, конечно, ее надо золотую или серебряную, не знаю. Хотя она почти под костюм. Костюм я, наверное, ну, не наверное, она точно одену этот алматинский взял. И красный с собой еще взял. Так, я иду за сумками. Еще одна девочка опаздывает, у меня прилетела. С разных городов же еще у меня здесь люди-то участвуют. И это же все надо собрать гармонично все в кучку. В красивую кучку. Ой, сейчас проходил через охрану здесь. С этими огромными сумками. Так я часть уже унес. Вот эти две сейчас волоку, машины нету. Обычно на машине довозят, сейчас машины в данный момент нету. И охрана говорит, а мы думали дизайнерами быть проще. Я говорю, так мне это сейчас все еще надо принести и одеть на всех девочек. Потом снять, раздеть, еще отпарить. Что сам делать? Я говорю, все сам. А здесь все цветет, все очень красиво. День прекрасный. Вчера было прохладно. Сумрачно, а сегодня прям вот красота. Фу, мне еще длинный-длинный путь. Это вот мне вон туда надо прийти. Вот так обойти туда и вон туда же. Видишь, не... моих красят, моих красят. То есть тем самым мы, по крайней мере, всех заберем сразу. А вот и пусть всех бы накрасили, потом мы уже накрашены, визажистов отпустить, а мы а мы уже ближе к делу, как говорится. Хорошо, сконцентрируемся. Друзья, вы помните Наталью из Перми? Она же сегодня тоже в Кремле здесь вместе со мной привезла своих ребят, деток. Kids Model теперь. Да, вот делают визажисты ее деток отдельно здесь участочек. Здесь дальше Татьяна из Саратова. Вот она. Татьяна, скажите зрителям приветствие. Привет. Моим зрителям, да. С Татьяной мы сотрудничаем уже года три, да, если не четыре, из Саратова старого еда. Нет, даже побольше. Да, побольше? Вот ее детки Татьяны. Платья, наряды, все висят, все отпарим, мы все в процессе. Репетиция у нас нашего показа прошла. И взрослые здесь модели прошла. А сейчас будет репетиция финала. Генеральный прогон. И еще мы ждем Ирину Мельникову с украшениями для взрослых. Так что мы в процессе. Здесь визажисты. Юля, помните ее, Юль, которая сражалась с другой Юлей на саблях, на... Но на ножницах, да? Да, так что вот как бы все свои здесь. Там у нас еще мальчики в отдельной гримерке. В общем, тусовка еще та. У нас такие очень красивые украшения на голову. Ну, в общем, сегодня просто будем удивлять всех. Просто удивлять. Ну и я, конечно, я еще не капущий. Я устал, как собака. Даже не знаю, собака или еще как кто. Ну, короче, при этом еще нужно будет сконцентрироваться, собраться и как ключевая фигура пропеть волшебника. Ну, ладно, что, куда деваться. Нужно, значит, нужно. Все, мы все выходят, идем на репетицию. Делаем репетицию. Уже все, скоро будут гости заходить. И пока зал пустой, мы сможем сделать репетицию. Так, девочки, все, на места на свои. На свои места.
Ну что, друзья, вот и Ирина подоспела в свое время, как раз к тому моменту, когда у нас модели почти готовы, почти уже одеты в платье. И Ирина привезла свой волшебный сундучок своей красоты. И я вижу, что она, как всегда, в хорошем настроении и в ярких нарядах. И посмотрите, какая у нее сумочка. Красивая редикюль, да? И форма интересная, кольца какие у нее. Завлекалочки, одним словом. Ирина рвется одевать, а модели, я говорю, подожди, подожди, у нас еще есть время. Кто-то звонит. Добрый-добрый вечер, дорогой Иван, я тебя приветствую, мы к тебе сегодня торопились, да, опаздывали, пробки, волнения, и как всегда, мы тебя увидели с большой радостью, привезли вам очень много новых украшений и рады, что наши образы пойдут и украсят сцену. Вот. Какую? Кремлевскую. Вот, да, кремлевскую сцену. Я смотрю, у тебя здесь мало того, что оно в цвет, а само украшение, еще и камень. Это да, какой-то камень, коралл, да? Коралл, тонированный коралл, относится к губчатым кораллам. Так, и это что у нас, птица горная, да, орел? Здесь вождь. Такой вождь. У него прерии, где он там находится, и как вождь. Это немножечко боевой раскрытый. Предводитель, да? Предводитель, вождь, да. Каньоны у него позади. С сильным крылом. Это чеканка, ага. На бархатной ленте, в общем, все как полагается. И это тот вариант, когда я объединила старые винтажные серьги, и современную с чеканкой вещь, колье, и совершенно мне это как бы гармонично и хорошо. Хотя ну, да. Мы тоже и медные можем тоже делать, и это прекрасно. Вот интересно, у тебя кофточка, которая, она смотрится вот здесь у меня оранжевая, а ведь она не оранжевая, она больше терракот, коралл, да, да, действительно, коралл. Ну вот так вот обманывает у нас. Я стараюсь каждый раз подбирать свой образ, чтобы подходить к девочкам, к тебе. Чтобы вместе мы с тобой смотрелись гармонично и мягко. Ну что, пойдем тогда наряжать их, смотреть на них, чем их дополнять. Рад, что ты пришла, кстати говоря. Благодарю. Спасибо за поддержку. Спасибо большое. Ребятки, здесь чудеса. У меня есть прямо такой фолиекур. Если девочки седьмой, если вот такое, посмотрите, пожалуйста, как браслет. И... Сюда? Сюда. Давай, пробуй, давай. Очень прилично. Девочки, обязательно берите Инстаграм и отмечайте Ирину, да, ее украшения. Как ощущения? И Сергей подходит, извините, вас. Ну да, 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 да. Сереж, твоя задача еще Инстаграм, чтобы девочки все взяли и отмечали. Ладно? И между делом еще и съемка на тебе. Потому что я сейчас буду... А вообще нужно было Инстаграм раз так и сделать, да, напечатать. А то здесь слепее. Очень хочется какие-то сюрсиры. Ну, роскошно, да, шикарно вписалось. Украшение. Так. То есть у нас часть девочек уже готова. Кто-то еще сидит на мейке. Сейчас я пойду на мейк. Но здесь у Ирины же что-то вообще неведомое. Посмотрите, какие чудеса. Я обалдеваю. Я просто обалдеваю, какие чудеса здесь. А, ты на спинку хочешь, да? Обалдеть, как подходит. Как будто из этой серии, да? Да, да, да. Так, и сережки. Вот эти, мне кажется, вот эти классные. Ну, хотя эти, кстати. Вот эти. Очень красивые. Ой, сколько богатств. Вот это, по-моему, сережки вот с этими мордашками, видите? Бабочки. Вот эти красивые. Конечно. Сейчас Ирина все будет смотреть. Вот у нас из Беларуси, вы помните. Девочки приехали. Вера, вы помните Веру? Мишутка, Тедди. Ну не Вера, которая делает Мишуток, Тедди. Особенно позади. Так. Мне нужно снизу, ты не
остаться. Да, ты в этих можешь остаться. Ага. Ну, ты ей просто подбери что-нибудь золотое, да, сюда. Иди, пожалуйста, сюда, продемонстрируй, как на тебе украшение. Мне очень нравится, очень. И браслет. Тебе самой как? Классный, необычный. И здесь вкрапление красного есть. Вот только что я снимал его. Прям замечательно. Угу. Класс. Обязательно Инстаграм возьми и отметь. Угу. Да, здесь еще и камень внутри. Но это кожа, я так понимаю. Кожа, листки из кожи, да. Тут у нас цветы повторяются в цветах с вышивкой шикарной. Ага. Шикарный чокер, который тоже имеет... Ой, вот здесь банты такой... надо завязать еще. Да. Но это я потом, если что. Ага. И мы решили продублировать серьги, добавить к ним клипсы, чтобы из них уже были вот эти цепочки. Получается актуально. Девочки, самое главное, я не знаю как, но аккуратнее, все это очень дорогое. Чтобы на сцене или где-то не потерять. Ну просто у нее здесь и одни серьги, и вторые, чтобы не слетели. Я стараюсь так, чтобы, не было шутильцу было. Тебя сильно давит? Не, нормально. Живая? Выживешь? Выживешь. Все, ты просто, да. Еще глаза синие, и это все ярко сияет и добавляет к тебе. Ой, красиво. Продемонстрируй, продефилируй. Так, ну сейчас мы в банты. Хотя так тоже неплохо, можно банты не завязывать. Банты. К этому платью еще идет подъюбник, но там у Тюжели выяснилось, есть помарки. И мы решили уже без подъюбника. Но ей легче будет идти. Не подъюбник, а шлейф. Юбка со шлейфом. У-у-у. Да. Хорошо. Может, мне подскажете, как расстегнуть? А тебе нужно из колечка вытащить вот это вперед. Тащи вперед. Да, повернуть это. Солнце, да, или вот такое еще есть. А, вот такое? Ух ты! Есть такое. Это мы сняли. Вот это красиво, да? Ярко так. Ну, это издалека видно. А этот гениально. Это что-то как воротничок. Мы тоже его употребим. Обалдеть. У меня много всего классного есть. Вау. Да, очень красиво. Губы, смотри, как губы сочетаются с элементами. У меня вот это классный сильный. Развернись туда. Ну, наверное, да, оно более звучное. Да? Хорошо. Слушай, у тебя бант должен здесь спереди быть. Разворачивай сюда его, да, разворачивай. У меня там не бант. А сейчас сделаем бант. Потому что ты в основном на сцене же передом. И зачем он там нужен, бант сзади? Просто в бант завяжи. Ой, боже мой, какие чудеса. Какие чудеса. Кусочка. Ой, я думаю, это ежики. На ежиков похожи. Покажи, на ручки покажи. Такие сережки необычные. Обалдеть. Угу. Просто удовольствие, даже наслаждение, да? Смотреть. Вообще красивые такие. Надо примерить? Давай. Очень красиво, но сегодня не подошло. Вот предыдущий платье у меня был, вот он сюда подошел. Спасибо за заряд, я прибью. Нельзя было у меня образ идут, поэтому... Да? А вот как сервисы. Сегодня завтра. Я посмотрю, что за свет. Мне напоминает. Так, тоже девочки в моем показе. Красотки. Вы же с Саратова? Вы саратовские, да. Эти платья уже, они у меня участвуют в показе, но эти платья шила саратовская дизайнер. Очень красиво у вас коллекция. Спасибо большое. Так, и вот еще одни девочки. Ну, короче, мы все красивые. Ой, какие хорошенькие все. Классные. Ну отправьте воздушные поцелуйчики, ваши мамы посмотрят потом видео на YouTube.
хорошенькие. И мальчишки тоже выйдут в льняных. В льняных. Лариса сегодня две песни пела, два наряда поменяла. А мы хотим, это она вручает дипломы своим деткам. Вот мои детки. Идемте. Вывел модели своих часть. Потому что я не успел мамульку вовремя привести на концерт. Здесь тетя Валя еще тоже. И попросил девочек поблагодарить. Спасибо вам. Потому что я вот не успел, да, занимался девочками, я болтуся. Я успел, в принципе, но была большая пробка, и вот они приехали только аж, а я уже выступил, и Лариса выступила. Мы в таких сегодня образах шикарных. Потрясающе. Мы влюблены. Тетя Валь. Это моя сестра. Здравствуйте. Здравствуйте. Валентина. Здравствуйте. Все, кто по телевизору. Беларусь. С Беларуси они же только приехали. Тетя Валь, вот ваша белорусская. Из Минска приехали специально. Где вторая? Вторая где? Вон вторая из Минска. Две блондинки. Спасибо. Из Самара. Самара. Кто еще? Челябинск. А мы же из Челябинска. С мамой. Да, я челябинский. Но я не из Челябинска, я из Челябинской области. Ну вот, хотя бы так. А люди, видите, уже кто выступил, там идут. Иван всех нас объединил. Да. Ну, выходит так, да. Спасибо большое. Поклон. Все хорошо прошло. Да, вообще замечательно. Спасибо вам тоже. Ура! Спасибо. Да, и еще Ирине Мельниковой за украшение. Вот она там спряталась. Да, ваше украшение. И мы все восхищаемся, когда смотрим по телевизору, что не только... По Ютубу. Вот не такие стройные, а вообще... Девушка, очень приятно смотреть. И разного возраста, и разных размеров. Да, это очень хорошо. Размеров это точно. Кстати, для зрителей скажу, это у нас здесь сегодня Вера, та самая Вера, которая делает мишек Тедди. Девочки, кто не заходил ко мне на YouTube, зайдите и посмотрите серию, где я беру интервью, и Вера делает мне подарок, своего мишку. Такой шикарный, вы обалдеете. Ну вот, в общем, в принципе, мы справились с задачей. До новых встреч, как говорится. До новых встреч! Спасибо вам. Главные дети остались за кулисами. Вот эти двое детей. И в мирном мире жить. Ура! Поклон, как говорится, этой сцене. Ну все, закулисье закрыто. Гости расходятся. Это Юрий у нас здесь. Многие, конечно, уже ушли. Здесь Игорь Наджиев. Здесь Наталья. Сейчас Игорь вам покажу. Надо с ним созвониться, пообщаться. Вот он, красивый костюм на нем. Так вот, здравствуйте. Подальше, вы говорите, подальше. Давай. Шикарный костюм у него всегда. Видите, сколько вышивки. Полный рост. Как вы умеете замереть? Мне... Дети вам еще понасыпят, наверное. Мои танцоры, моя Лариса. Давай вот отсюда.
Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь прочим. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Позвольте спросить, как ваши ощущения сегодня? Очень понравилась сцена «Моя любовь», «Иван, моя любовь», шикарные наряды, я обалдею. Да, звездочка, самая красивая. Спасибо. Маленькое интервью, как прошел показ? Вам понравилось выходить на эту шикарную сцену? Это, на самом деле, это самый грандиозный праздник, который только можно придумать. Выйти на сцену Кремля, где пели звезды мировой сцены, это потрясающе, это очень волнительно, это очень круто. Прекрасно. Спасибо вам за Здравствуйте, дорогие. Спасибо большое. Как вам понравились, как вы выступили? Очень. Они легкие, воздушные. Они вообще не дают крылышки нам. Очень. Они дают крылышки нам. Спасибо. А как вам, публики там много? Очень. Много. Там все полно, да? Все полно. Мы же не видели. Да, мы только видели вас. Ни одного свободного места, да? Да, 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 да. Да, вы звезды. Спасибо, спасибо. Очень красивые. Браво вам, браво. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я, солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.